Национально-культурная автономия татар и башкир объявила о разделе. Такое решение принял региональный съезд. Как поясняется, отчасти это вынужденная формальность. Федеральный закон препятствует официальной регистрации организации гражданам нескольких этнических общностей, что в свою очередь не позволяет претендовать на гранты и субсидии. Впрочем, реорганизация, считают делегаты, не помешает братским народам в их текущей работе. За 20 лет многое сделано для сохранения культуры и языка. Появился в Коми татарский национальный театр, творческие коллективы, а также молодежные и женские клубы. Еще расширил географию Сабантуй. Раз в два года этот праздник проводится в статусе республиканского. Уже шестой съезд народов башкирского и татарского народа проводит. Шестой раз. Это уже говорит о том, что у вас создалась система и системная работа. Потому что был бы первый съезд, он был бы какой-то учредительным, организационным. Это уже результат работы. Среди почетных гостей нашего съезда оказался и Василь Шайхразиев. Это заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Он назвал Коми-автономию примером работы для других, потому что здесь создан тандем с властью. Тем не менее, точка поставлена. Совместная организация «Татар и Башкир» прекратит свою деятельность 31 декабря. На ее месте должна быть заново создана отдельная автономия Башкира. Татары ее уже создали, поэтому смогут вступить туда практически сразу.